Старый дворец. Приветствую, господа. Мы надеялись сохранить свои права. Говорили, что не вернемся сюда. Но, увы. Это не дворец плача, а настоящее кладбище. Из-за этой мерзавки, предательницы Джанет, мы вернулись сюда. Все образуется, госпожа. Но как же она спустя столько лет узнала, кто сжег ей лицо? Теперь она пригрелась под крылом Кюсэм Хатун. Но это помогла ей остаться во дворце и избежать брака. Надо было оставить ее в темнице, чтобы она там подохла. Прошли жизни тех, кто успел наскучить падишахам. От кого они отвернулись? Тени великолепного прошлого. Призраки. В этих стенах, пропитанных слезами. Страданием. Давайте скорее. А мы вас уже заждались, госпожа. Добро пожаловать во дворец слез. Вам надо бы привыкнуть к этому месту. Ведь ваша жизнь окончится именно здесь. Никуда не годится. Это позор. Разве в этом огромном дворце не было других покоев для нашей госпожи?
Госпожа, Гюрбюс Ага советует выпить сироп. Я вам все приготовил. Ага молодец, очень нам помогает. Уверен, вы почувствуете себя лучше. Госпожа, завтра пятница. Я обо всем договорился. Придет лодка и в условленное время доставит нас на другой берег. Куда? В Ускюдар, моя госпожа. В лавочку к Селихадину Деде. Помните, у него оказалась рубашка вашего сына. Мы хотели все выяснить. Но если вы пожелаете, я сам съезжу. Разумеется, поедем. Мы хотим выяснить, кто этот человек и откуда у него рубашка. Может быть, он и правда ваш сын. Все бывает. Бельбель, если Шахзаде жив, то при встрече мы сможем узнать его. Конечно, у него же на спине родимое пятно. Вот такое. Я его очень хорошо запомнил.